Так, сегодня ко мне пошла коробка для жесткого диска. Вот такой коробки поступила через МРП. Шла довольно быстро. Может, неделя прошла очень быстро. Сейчас я вскрою, покажу, что здесь находится. Вот. Такая вот она. Там находился фирменная коробочка. Вот она. Вот описание, характеристики. Так, сериал АТА-2 она поддерживает. САТА. СБ-2-3. Так, короче. Открываю. Тут, во-первых, тут была сама коробка эта. И там еще что-то есть. И вот питание и USB-шный кабель. Все. Так, сейчас откроем эту коробочку. Так, ну тут оно для... оно и для 3.2, и для... Давай, да, для 2.5, и для 3.5. Удобно. Тут немножко заклинивает. Ну, в принципе, у меня 3.5 они. Мне поэтому тут без разницы. С этой стороны включение выключения. Кнопочка копии. Можно сразу с одного диска копировать на другой одновременно, сколько я читал. Так, этот я не знаю, что. И подключение к USB-3. Так. Ну все, попробуем действие. Так, подключил. Ставил два жестких диска. Один на терабайт, другой на полтора. Май 2009 один выпущен, другой там. Самое главное вставить их поглубже, потому что они как-то не очень цепляются. Я уже их испытал. Ну вот, нажимаем кнопочку. Вот он их видит. Сейчас он начнет трещать. Давай, трахти. Вот. Считывание информации происходит. Определяет он их. Сейчас вот на экране тоже это увидит. Вот, сразу. У меня они разбиты на много частей. Так, были системные. Ну вот, допустим, пробую что-нибудь скопировать. Так. Вот. Файлик на гектар. Сейчас вижу. Да, вот копируем файлик. 2 гектара занимает. Копировать и на какой-нибудь вот на этот, допустим, жесткий диск. На полторашку. Вот видно. Сюда идти. Нет, лучше фотографию запихаем. Ставить. Долговато он, конечно. Вот он. Ну, в принципе, пошел. Довольно быстро копирую. Жалко мне скорость. А вот. Скорость. 54, 59 мегабит в секунду. Ну, в принципе. Все отлично, я думаю. Все. Теперь у меня жесткие диски для резервного хранения, так я компьютером уже не пользуюсь, а ноутбуком. Все. До встречи. Месяца через 2-3 сниму еще видео, где покажу, как они работают. Проверены они и проверены. Стоит ли заказывать или нет. Но пока меня все устраивает. Все. До встречи.